Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Аната. Продолжаем играть GTA 5. Не пойму, сейчас машина. По-моему, дурацкая. Сейчас. Или как? Как называется? Обе 9F какая-то. Ладно, на ней покатаемся. Поехали к Соломону, короче, насколько я понимаю, на киностудию. Ой, какая она. Тоже что произошло? Ой, там врезано что ли в кого-то или что? Не пойму. Просто стоит на обочине. Там пусто. Попробуй на этой. Не, хотя не это банч, по-моему. Ну, либо банч, либо какая-то из той же серии, насколько я помню. Не разглядела. Помнишь, мы смотрели, тоже неплохая тачка. В интернет-магазине стоила $99 000. Ну, то есть по скорости и поворотливости у нее все очень хорошо. Ну, открывай. А почему меня не пускают-то? Близко стояла, видимо. Странно, ну ладно. О, что происходит? А что там происходит, ага. Этот товарищ, опа. О, кто-то попал. Fuck off, Johnny. Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. We don't take that. We have a deal with them. Just above. Please, get those millennial ass wipes. Pleasure. The fuck what? Они мне предлагают на этой машине ехать. Hey, here's an old man who might hit back. Убейте. А, хорошо. Ой, какая неповоротливая. Так, пересядь на другую. Да, поздно уже. Дождь еще этот. Все. Давай его прям. Кого-то убил. А, все, кого надо убил. Да нет, водителя. Живой, что ли? Живой. Убей его в коленку. Да уже. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. Yeah, you're throwing me softballs. I'm a rum-runner. But, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. Could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Yeah, of course. I'll be right over. Хорошо, поехали. Бабах. Хотя в такую погоду. Похоже, не самый лучший выбор. Такую погоду лучше на лесопеде. Угу. Только... То есть безопасно с какой-то стороны, но не сухо. В машине хоть сухо, хоть и не безопасно. А я здесь могу заехать просто? А я не знаю. Вау!
Ты сейчас чуть не выехал. Ну да. Прикольно. Сейчас кто-нибудь мимо будет проходить, а мы его так. Хе-хе, ладно. Что он нам сейчас хорошего скажет? Дождик, да, классный. Хороший. Come in! Come in! Thank you! Thank you! Thank you! Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Снимает на кино. А мне вот интересно. Чем занимался, тем и занимается. Ну да. Мне интересно за кадром, то есть действительно что-то делает, кроме того, что мы делаем. Или как? Нам-то этого не показывают, нам даже это никак не рассказывают. Ага. Поехали к Лестеру, значит. Раз так все быстро получилось. Я думаю, поедем под дождичком. Такси брать не буду. Прикольно же. Дождливая погода. Погода это прикольно. Такой тропический ливень. Практически. При этом, смотри, солнце выглядывает где-то. Да, где-то есть. Радуга будет? Потом, возможно. Ау! Да она все равно не наша, уже помятая. Была помятая. А че все стоят? Ну, как бы светофор, что такое. Какой светофор? Какой светофор, да. Не видел никакого светофора. Да, вообще не знаю ни про какие светофоры. В принципе. Когда-то знал. Но потом... Ты опять по этой же дороге пошел? Мне прострелили колено. Я их больше не видел. Зато быстро. Знакомое место ты как-то тут тоже срезал. Да. Я помню. Да, да, да. Я поэтому примерно и знаю уже, куда ехать. И такой деловой паркуется, типа. Да она даже не помята, смотри, почти. Да, 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 согласна. А почему ты по пояс мокрый? Потому что в окне дырка. Нет, ну почему у тебя низ мокрый? Не знаю, заливал-то. Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Miss, anyway, the union depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan.
Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, well, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So, there's some, evidence. And I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? Oh, no, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, да, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Я все-таки одного не понимаю. Ладно, Майкл у них на коротком поводке. А остальные-то что? А остальные? То есть, вот мы тогда ограбили банк и получили 8 миллионов. И то есть и Лестер, и Тревор, и все остальные согласились, что 6 миллионов уходит в ФРБ. Супер. Take us to the FIB building, parking lot entrance. Сейчас, то есть, Лестер ничего с этого не получает, при том, что Тревор утверждал, что... Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. Got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Sounds good. Приехали. Here we are. Let's wait for him. Так что ты там говорил? Не понимаю, какой прикол Лестеру сейчас, допустим, помогать Майклу вообще. Потому что Тревор говорил, что он без какого-либо вознаграждения не работает. This is not the car we're looking for. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Вот-вот. Ooh, what's this? Nope. So what do we do? Oh, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Вот я только и хотел сказать, что ему самому нужно позаботиться об этом, а не ждать, когда это ему. Here we go. That's not it. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. Ну, посмотрим. Просто он все равно его не отпустит. Ты же понимаешь прекрасно. Понятное дело, что не отпустит. Я о чем и говорю. Not our guy. Надо как-то самим заботиться об этом. Ну, до этого они просто соглашались и все. Даже слово против не говорили. There she is.
Поехали, да? Stay behind him, but don't let him see you. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. We gotta turn right. Обнаружить это не подъехать близко. Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. You want to break into the FIB's West Coast headquarters, you're gonna need more than a janitor's license plate number. And let me work on some angles while you, keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Не, ну нормальные ребята. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Su carro está de puta madre. Да не говори. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Куда он денется? У него нет выбора. You got a siren you want to turn on as well? I think we're fine. Да что ж такое? Ты будешь ехать? Светофоры, все такое. Drive like a sane person for once, please. Noted. You'll kill me before my jeans do. Ой, да ладно, я только прикоснулся. And the second you want to take over, give me a shout. Вот-вот. Полчаса на этом светофоре стояли. Они же не в курсе, опять что светофор. У тебя шило. He's turning left up ahead. Крадущийся тигр. He's pulling over. Stop down the road a ways. I don't know why downtown. I'm carrying a bunch of sweet nothings in my pocket for a little pick me up. Ну что, приехали. Time to make Harvey an offer. Feel him out. Where have you been? Hey, Marilyn. How's that cable connection coming along? Fine, fine. I know. Sorry, look, you work really I'm busy. Hard and you travel a lot. You're something. Married with kids. Jesus. Look. Ай, вы слишком близко к уборщику. Я думал, нам надо поговорить с ним. Ну, видимо, домой надо сопроводить его. Не на улице же выяснять. Чтобы никто не слышал? Ну, типа того. Типа того. Ну, хорошо. Вот такой сейчас хоп-хоп и в квартиру к нему. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interests at heart. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, I'll just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this. But you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Как-то очень быстро. Как-то совсем без сопротивления. Он же ему денег не дал? Не дал. Ну вот я что-то не понимаю. Ну, я, видимо, тоже что-то не понимаю. Видимо, потом даст.
Хотя, ну не знаю, в общем. Successful? Oh yeah. We gotta go back to my office. Видимо, подразумевался неоплачиваемый отпуск. That was easy. Guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work. Information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS based, so I thought Frank could tail him and take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm gonna find a way to bypass a couple of $100 million worth of government security. Millions? They blew that much? Government contracts. License to steal. Wow. We are in the wrong business. No, we've just taken the wrong contracts. Это точно. О. А, Франклин тут? Да. А, he's already here. Угу. Приехал уже. Ну и чего? А. Понял. Эй, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. A fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good. А что он там рассматривал на пустой доске? Ага. Хорошо. Что, идем? Подожди, нет, не понял. За Франклина у нас нет задания, что ли? Ой, сейчас выйдем на улицу. Уже так это, говорит голос такой уставший уже. Задолбало. Франклин-то? Майкл. А-а-а. Да и Франклин тоже. Франклин тут вообще, как ты знаешь, все. Да один фиг, Саш, но так бы он гопничал с Ламаром. Ну, в том-то и дело, что ему просто все равно, на самом деле, в данном случае больше. Тут, как бы, скажем так, по его рассуждениям перспективы больше, да и интереснее ему что-то такое новое. Понятное дело, но радости я не слышу. Да потому что сколько уже всего сделали, типа, скажем так, неудачники. Нет, скажем так, а проблем наловили-то побольше, чем получили. Ладно, я думаю, закончим на этом серию. Поеду сейчас, доеду тогда до задания. И оттуда начнем следующую серию. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, оставайтесь с нами. И увидимся. Всем пока. Всем пока.
We'll be right back.